Ассаламу алейкум, уважаемые дагестанцы. Сегодня нахожусь у нашего брата Гаджиева Ибрагим Халила. Многие его уже знают, многие слышали, видели. Хотел бы пожать ему его мужскую руку и сказать баркала за то, что он у нас есть. Он действительно показал патриотизм и мужество. Патриотизм и мужество. Я думаю, что Ибрагим Халил тоже хочет вас поблагодарить за то, что переживали и были неравнодушны. От меня лично тоже баркала. Тебе лично, от моих друзей, от всех неравнодушных, спасибо за то, что ты есть и за то, что ты такой у нас мужественный. Ассаламу алейкум, уважаемые дагестанцы. Алхамдулилля, со мной все регулярно, по праву. Спасибо всем тем, кто приезжал и думает обо мне. Всем, кто приезжает ко мне постоянно, беспокоится за меня. Все, все отлично, алхамдулилля. Я единственный хотел бы больше всего, чтобы поблагодарить Булачашам Халаева, Сергея Алимовича Меликова и Владимира Владимировича Путина. Я хотел сказать, что все начато надо довести до конца, чтобы никто не отступал и не было таких мыслей в голове. Мы должны делать то, что мы делали. Мы сейчас то, что начато надо до конца довести, для того, чтобы больше на нашей земле не существовали эти фашисты. Баракаллаху фикум. Амин. Ассаламу алейкум. Алейкум. Алейкум.